наш тутаевский трактор. Доводим до ума. Поставили сюда тоже такую печку. Сейчас кронштейну мудрили Кириллина в этот. Воткнули ее. Теперь у нас на помпе просто заглушка стоит. Съездил, я купил в магазин. Вот она. Туда ее сейчас на помпу поставим, и как раз на печку шланг пойдет. Вот эта вот херня у нас в магазине в Никольском, в моторе, стоит 210 рублей. Так, вот коммуты, шланг, не шланг, рукав 18. И купили, как они называются, зенковки. Ну-ка, Серега, покажи, что они там, открути. А они, оказывается, все разные. Держаки. Серега сейчас будет. Я этому как его? Блондину не доверяю. Но. Не попасть. Не бьет, блядь, сука. Криво, да? Ну, в продолжение видео наш тутаевский трактор. Вот такая вот беда у нас, отслоение, но это по мере возникновения проблем. Показать что хочу. Вот еще новшество. Поставили мы, купили дворник 3300, что ли. Ну, про проводку я говорил, не говорил. Всю проводку установили. Вот он стоит. Наверное, свет плохо видно. Но такой, именно его, и под маленькую кабину. Кресло уже было у меня видео. Вроде так. Он подкрутил, подвертел уже. Более-менее его. Сейчас. А, крепление купили. Лежит новый там. Этот огнетушитель крепления он купил, поставили вот такой. Так что по навеске на эти тяги уже было, и растяжки херовые рвутся уже вторую или третью. Эти покупаю, и старую вам поставили, фары задние все восстановили, по электрике, в общем, все закончили. Вот, то есть начинал я видео с печки. То есть сюда поставили краник все-таки. Я им говорил, чтобы перекрывать помпу, чтобы не давило на печку. А сюда они вот поставили эту планку и этот переходник, который я показывал в начале видео. Здесь мы сверлили, просверлили корончатыми сверлами такими. Так, кто будет их брать? Где-то 32-я здесь, наверное. Там разные насадки. То есть, смотрите, на коробке, на сверлах написано там от какого до какого. Вот эта центральная насадка, которая держит. Вот, в общем, сделали вот так. Сюда ставили пластиковую такую трубку. И это, чтобы ее не терло. А это по трубке от этого. От печки. Так, вот она. Как выглядит. В салоне кронштейн, ну это уже там видео есть. И опять же вот наш стеклодворник в упрощенном варианте. Ну все что хотел, снял, показал.